Обоим назначили химиотерапию. Максим Галкин шокировал поклонников признанием, слезы на глазах. Шоумен, телеведущий и российский юморист Максим Галкин вспомнил о самом страшном моменте в своей жизни. Его родители Александр Александрович и Наталья Григорьевна болели онкологией. Отца это тяжелое заболевание настигло в 2002 году. Вслед за ним заболела и мать юмориста. Максим сделал все возможное, чтобы спасти родителей, но чуда не случилось. Первым умер Александр Александрович. Через 2 года после его смерти не стало и Натальи Григорьевны. Я в первый раз повзрослел, когда у обоих была химиотерапия. Они так лежали оба, в жутком состоянии, задавленные химией. Одновременно, а у меня при этом какие-то концерты, мне надо и за ними. И зарабатывать на это все. Слава богу, я уже очень много зарабатывал, мог себе позволить все это, вспомнил Галкин. Отец Галкина последние дни жизни задыхался, ведь его мучил рак легких. Тогда даже кислородная маска не могла облегчить участь мужчины. По признанию Галкина, воспоминание об отце до сих пор стоит перед его глазами. «Ты не хочешь, чтобы человек умирал в этой маске. Ему тяжело уже в этой маске. Кислорода недостаточно. Это воспоминание, которое стоит перед глазами. Это невозможно забыть», – рассказал юморист.